из теста. И при помощи коробочки из-под сока я покажу вам, как можно сделать красивую подставку под карандаши. Очень просто. Раскатаем кусок теста и приклеим коробочки из-под сока на клей ПВА. Нарисую при помощи линейки полоски. Делаю вид кирпичика. Дам тесту высохнуть. Когда тесто высохло, я покрою черной краской. Особенно я прокрашу все углубления. Дам краски высохнуть. При помощи губки и воды сниму верхний слой черной краски. Осторожно, чтобы черная краска осталась внутри углублений. Теперь я возьму губку. При помощи губки нанесу красную краску. Как видите, черные полоски остались на месте. Сверху, когда краска красно высохла, я подровняю с помощью кисточки черной краской. Потом я также дам подсохнуть краски.
теперь можно покрыть лаком, чтобы наше изделие было намного ярче и красивее. Как видите, лак нам придает блеск. И, конечно же, будет стойкость цвета. Потом дадим лаку высохнуть, и наше изделие готово к использованию. Вот у меня получилась такая красивая подставочка. Спасибо за просмотр!